Нижневартовские тренеры сменили гантели и скакалки на валики для покраски стен. В летний период, когда прекращают работу детские лагеря, сотрудники спорткомплексов ремонтируют помещения собственными силами. Речь идет, конечно, о косметическом обновлении. Работники красят стены, меняют плинтусы и даже ремонтируют подвесные потолки. Благодаря такой помощи сотрудников спорткомплексы экономят средства на ремонт. Также в Нижневартовске приводят в порядок уличные и спортивные площадки. В этом году на это из городского бюджета выделено 7,5 миллионов рублей. Также в этом году полностью модернизируют футбольное поле и ледовый корт. В свое время было много установлено площадок в микрорайонах города, которые, по нашему мнению, не очень пользуются успехом, потому что нет покрытия специализированного, нет ограждения, они менее современные, нежели сейчас. И мы все сейчас усилия направляем, чтобы те площадки, которые были установлены, их довести, так сказать, до ума, да, сделать их современными, с безопасным покрытием, с ограждением, чтобы люди уже и дети спокойно занимались.